твой лучок вырос. О! Я вот это сейчас обрежу. Вот это вот. Это можно так кушать. А это мы порежем. Я его помыла. Сегодня купила по 224 за килограмм. Вот. А крошечку хочу я сделать. Конечно же. У нас чуть ли не тает на улице. Показывает, утром минус 3 было, сейчас минус 2. И вот снежок сейчас вроде перестал и идет. Снежок все идет и идет. Прямо сыро. Я помню в том году, друзья, 6 февраля, у меня даже видео есть такое. Дождь, ливень. Вот. Сходила, подстриглась, но еще не покрасилась. Жду телефон, но пока еще в пути. Я думаю, может, вот к вечеру. Я даже и не раздеваюсь, думаю, вдруг придет, сбегаю. Но, наверное, если вечером, я уж, конечно, поздно не пойду, завтра уже. Вот. И сейчас я лучок посолю и потолку, чтобы свой вкус отдал. Крошечку мы делаем на воде, как и делали на квасе. А что-то надоело, приелось. Моя мама так делала. Очень вкусно. Сразу такой аромат лука идет. Вот. Вот смотрите. 3 огурчика. По 431 рублю на 132. Видно? Что так дорого в магазине? Наверное, у всех такие цены, да? Напишите, почем у вас огурцы. Вообще, конечно. Ну, хочется. Что теперь? Сейчас мелко порежем. По нашим зубкам, чтобы было. Зубки у нас уже старенькие. Вот так вот пополам. Ой, какой аромат. Да. Аромат, конечно, это тепличные наши. Ну, я проживаю в Пермском крае. Вот это выращивают в теплице. Конечно. Выращивать это тоже до зимы еще. Такие расходы. Что там говорить? Тепло, свет. Это чтобы огурцы выросли. Ну и нитратов, наверное, здесь хватает. Ну, что теперь? Без нитратов нет вообще ничего, наверное, в магазине. Только если в своем огороде. Скоро и мы начнем садить. Да? Да. Так, в общем, изрезаю я огурчики. Найда гулять собралась. Гулять, гулять. Иди ко мне. Ну, иди ко мне. Найда. Нет, даже не смотрит. Найда. Ах, хитрая. Так, друзья, окрошечку я сделала. Что ее показывать? Все ее умеют. Очень вкусная я попробовала. Вот.
Сейчас покажу. Вот такая вот вкусняшка. Огурчики очень ароматные, конечно. Мягкие, сочные. Так, окрошечка у нас готова. Сейчас мне надо Мише, вот жду Мишу, здесь его обед, запечь. Посолила, поперчила чесночок. Сейчас майонезом, значит, намажу. Тоже такой вариант, очень вкусно. Так, сейчас я весь здесь выскребу, размажу все это ручками и потом покажу, что я дальше буду делать. Есть кетчуп, можно с кетчупом. Сейчас я посмотрю кетчуп у меня. Так, друзья, томатную пасту добавлю и вот это вот все. Сейчас мы размажем. Вот смотрите, я прямо все размазала. Сейчас я буду резать сыр вот такими вот пластиками. Миша помидор у меня не любит, я не буду. И как бы вот так вот сюда, вот так вот. Можно сверху, вот так вот. Можно сверху посыпать. Вот так. Можно перчик болгарский. Вот болгарский перчик, он, наверное, будет у меня. Вот так. Чтоб сыр плавился. Вот так вот. Промежуточки. Вот так. Вот смотрите, какая уже красота. Видно? Так. Сейчас немножко отрежу, попробую. Это пусть свежим кушает. Он мытый у меня, все. Так. Вот так, наверное. Я разрежу так, вот такими, чтобы он запеченный был вкусный. Ну вот, друзья, сбегала я за телефончиком. Вот такой вот Samsung. Гарантию поставили мне. Это было это самое, телефон одет. Так, здесь зарядная лежала, шпилечка. Вот она зарядная. Все, Миша настроит мне. Вот такой вот телефончик. Он еще полностью не настроен. Вот. Большой, красивый. Завтра буду уже снимать видео на нем. Вот такой телефончик. Камера хорошая. Все, здесь у меня этот гарантийный талон. Книжечка. А что там еще? А здесь вот. Здесь код. Так. Туда убираем. Все туда убираем. Надо почитать. Вот. Книжечку почитать надо будет.
ладно. Вот, в общем, телефончик новый. Это видео я сейчас буду на этом уже заканчивать. Вот курицу изжарила. А что, они у меня поужинали все окрошечку. В общем, все очень вкусно получилось. И я убежала, пока я там проверяла, пока что. Уже все это, как говорится, пришло все упаковано хорошо. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока. Ура! Я надеюсь, сейчас будет хорошее качество. Ура-ура! Ура-ура! Вот мечта моя сбылась. Опа! Что-то засунуть не могу. Мечта моя сбылась. Что, буду прощаться? Напишите, что вы думаете про этот телефончик. Всем пока.